Привет всем пользователям автомобильного портала Drom.ru. Сегодня мы собрали японцы против них. Но еще с нами вязалась Kia Sportage. Пока не отстает, едет везде уверенно. Ну, конечно, дождик, как видно, лужи есть, но мало. Хотелось бы пожестче и побольше грязи. Но сегодня нас ждет впереди брод. Заезжать в эту жижу, сказал сходу, сказал, в объезд не поеду. Рома, как вы тут застряли? Походу коробка кончилась на опьянении. На Мицухе? Да, задней передачи нет. Я не выйду, говорит. У меня резины нету. Сел, повис. Бросил газ? Конечно. Назад ты заедешь заново. Зачем ты газ бросил? Полил, нормально же. Полил. Вот, сама Вообще!
сзади. Такое тоже практиковали. Там бампера металлические. Ёлки, слава богу. Обязательно мы ему скажем, что мы обязательно так же назад поедем. Он понял, что дальше хуже, а здесь лайк. Он для этого и не сделал. Отсюда ну да, нет, если знаешь, как говорится, почему планка решает, да? Побьешь. Ждем спортить. Да. Здесь пройдет дождь, тут, наверное, никто не выйдет. Что у него за резина? Сафарь 500. Она белый Сильверадо? Сильверадо. У этого 31-я, на белой 33-я. Это безумно. А вот это гораздо какие-то. Легко. Это он сюда, да? Да. Тем не менее, едет она, не отстает. На обычной шоссейной резине, но все-таки. Магиот! Вот тебе надо менять машину теперь. Да? Ты думаешь? Ну, клиренс-то побольше, наверное, уметь. Витек, нашел единомышленника, да? По защитам? Вообще. Я думаю, номера уже можно не мыть. Так, выезжать на асфальт. Штраф он меньше будет. Горло там, да? Сейчас. Радиатор целый. Эти сиденья прям даже не отряхивает. Ну чё вы, едете? Там твёрденько дальше. Мы устали вас ждать. Спортейджа первого опускайте. И теперь разворачиваемся, да? У нас нет задней передачи, поехали. Thank you.
не буду в этом. Лягни здорово, готовь. Опа! Когда ты объехал? На Сочи. На Сочи. Теперь те не поедут. Теперь те не поедет. Не поедет? Ну, ты ж объехал. Нет, сейчас поедет Kia Sport. Ну, в принципе, тут не глубоко. Я думаю, должен. Все в ожидании замерли. Подъезжай, кот, подъезжай! Джипер сегодня. Ага, там глубже. Да, громко, сейчас машины помоем. Обратной дорогой чисто едем. Давай не его первую пустим, что-то как-то по капоту уже. Слышишь, как наливается в салон вода? В салон? Ничего, у нас это водные процедуры. Пройдет.
На этом приключения Кии закончились. Все-таки мы разумные люди и решили ее не топить. Ребята поехали домой. Ну, а мы продолжаем путешествие. Под водой было. Тут нет такого. Стало невозможно, так как мы все время постоянно едем. Так что всем пока, до новых встреч. Жмите класс, нажимайте на колокольчик.